И снова здравствуй, зритель, после многоголосного обзора жратвы фруктовой, купленной в Магните. И такое моего негодуя, сейчас будет маленький обзор вот этой требухи. Она мне пришла по баллам. Вообще, я два раза заказывала по баллам с Джума что-то, но мне одно не пришло, и баллы вернули. Я заказала что-то другое. И еще что-то заказала, но она послалась, я надеюсь, возможно, придет. А вот это вот... Я стесняюсь спросить, что это. Вот оно пришло, когда оно пришло. Я вообще хз. Но я сегодня зашла на почту, думаю, вдруг мне что-нибудь пришло с Китая. И оно и правда пришло. Открой меня, если сможешь. Я не помню, какого цвета я заказывала. Но, возможно, желтого. Это заколочка, оказывается. Я думала, это какая-то фигня, которая клеится к волосам. Оказывается, это заколочка. С желтой прядкой. Кстати, зритель, как тебе моя шевелюра? Я ее сегодня мыла самопальным шампунем, про который писала в Инстаграм недавно. На отваре луковой шелухи. Луковой шелухой я же и окачивала волосы и смывала этот шампунь. И этот самый на отваре луковой шелухи с добавлением эфирного масла розы на всю массу 5 капель на основе мыльной с добавлением в эту основу, ну, изначально уже с маслом ши. И еще это самое йоготь там у меня был этот березовый. Тише, ты сейчас такие странные звуки выдал. Не знаю, камера уловила или нет, но я услышала и слегка так пофигивала. Короче, в общем, все хорошо, промылось хорошо. Блестящие, мягкие, чистые, воздушные. Электричат, сволочи, когда я их начала расчесывать. Я даже забыла что-то про эту хрень, которая, ну, масло у меня там отдав от Алены с Украины. Ну, что-то вот забыла про нее. Смотрите, слушайте, я... Ну, выглядело как это, как заколочка. Вот я достала, но ни хрена не как заколочка. Что это вообще? Как ей пользовать? Штука. Как тебя за это задевать-то? Ничего такое. Волосы намного лучше, чем у того парика, у тех двух париков, что у меня были. Один, который мне задарила падрочка, другой, который я на дне города купила. Они тоненькие такие, искусственные, по ходу дела. Ну, они хоть и искусственные, но они выглядят как мои. Такие же тоненькие. Хотя, может быть, это натуральные желтые волосы, мало ли. Кто там в Китае живет. Ну, я вообще не поняла, как ее крепить. Штука. Как тебя прикрепить? Вот так сегодня и буду ходить. У меня там тортик ждет, когда я его разрежу и намажу шоколадненькой шоколадкой. Если не забуду, на стрим одену. Если пойму как. Вот такая фигня с Джума пришла. По баллам. Я не помню, сколько она стоила. Может там 30, может 40. У меня все было там 76, что ли, баллов. Но я решила завязывать с этим Джумом 24 января, но послалась я походу. 11 февраля оно отпечаталось. Нет, 24 января оно, видимо, сделалось. 11 февраля оно... Или нет, это что-то другое. Ну, хз, короче, тут какие-то даты. В общем, вот. Надо хоть уточнить телефон у меня сейчас на столе компьютером. Чего, какого цвета-то я изначально заказывала, что я вообще хотела. Но оно мне нравится, я поставлю 5 с плюсом этому Джуму, но на скомпа заходить, потому что телефон я удалила, приложение, она какая-то очень спамная. И хоть отключаешь уведомления, они все равно приходят, а вот такая хрень. Так что вот. Можно сказать, подарок с Джумом. Один заказ мне не пришел, вернули монетку. Один заказ по баллам тоже не пришел, вернули баллы. Вот один заказ по баллам пришел. Спасибо Джуму, спасибо вам. Всем желтых пряточек. Пока.